А у нас новейский пацан играет, да? Артём, ну, Серёг, не пришёл он, да? И не будет вообще играть, да? Вот он идет, да. А я хуй. Информацию там подбрасывай, ты меня понял? Как только, так сразу. Не надо. Я не мешаю тебе? Нет. Зачем? Здесь,
Роман, получилось интеграли. Так опять же, разрывы между большими. Как условно, когда Мисси отдавал в первом тайме там. Выходите, выходите! Я все равно тоже попаду. Дальше! Не гони, чита, не гони! Еще переведем через зад, Тёк!
Еще в другую идем. А если побежишь, я убежал вам к нему. Отлично! Один, а что ж там один? Один. Ну там один. Орешь, блин. Ну, это тоже хорошо. Надо найти любую. Потому что давить, потому что есть опорный. Ты в опорном не был, все, в дубе. Вот и все. Нет, молодец,
Там был этот микрофон, блядь.
улице играют на центральном поле в камешках. Да. На центральном поле играли. Кто-то с ума сойдет. Правильно. Куда вышли? Такие Хусаиновы были, вам не говорю. Да ну что? Я вспоминаю интервью Бекова. Он говорит, я уже играл в ЦСКА и сборную. И меня пацаны на улице. Володь, выходи. Там. И говорит, их человек 15, а мы, говорит, вдвоем. Вдвоем. Хавкатывали. Я, говорит, отрабатывал технику, понимаешь? Во дворе я у себя. Не на тренировке, а во дворе. А у нас какие старики ветераны, да, хорошие. Да. И Саша Ахмаев, который Саша не видел. Их, чего он только не организовывал. Ой, блядь. Врет. Чистили, блядь. Что ты, блядь? Шайб не было. Да, играли говно, блядь, по шагину. Вот. Или берем двух чурок, 150 штук, блядь. Но, ну какой финал? Что ты? Дёгтя, блядь, их обделают, шарик. Да что ты был, блядь? Оглушки у всех хотели, блядь. Но есть что вспомнить, да? Обязательно. Вот это было хорошее время. Конечно. Мы... Подожди. Мы жили в том время. Никто не знал, что такое стиль. Да. Да, нормально. Ничего не было, блядь. А сейчас развели. Ничего, вот всё классно. Да. А сейчас всё это дело развели. Утром выходили, флаг поднимали, ёпта, плохо было. Я приехал, по-моему, в 80-й год, в 90-й год, Серёга, приехал в Китай. Ага. Ну, и утром, вот они там, Белый дом, Тома, да, ну, условно, одна из раз. Стоят два классовича, музыка, вот такая вот. Площадка за спортивную разметочка. И они все утренние заряд. Но зрелище я не хочу. Я три дня ходил, вот насколько. Ну это просто люкс. Есть культура. Да. А работают реально все, блядь. А работают, а работают. А заряд не заряд, я не знаю, они спят или нет, но помнится они там. Давай, беги! А что, забежать туда нельзя, что ли? Да. То ему не то, что все потеряли. Ну, молодежь потеряли, все потеряли. Замена. Чего? Морали нет, предприятий нет. Правильно люди там сказать, а что им остается? Они сами себя развлекают, они сами себя развлекают. А задача. И в то время родители не было времени заниматься детьми. Говорят, было только заработать на все хлеба. Но дети, уважаемые родители, отче наш. Безусловно. А сейчас, блядь. А сейчас убивают. Убивают отцов, матерей. Квартиру, блядь. Дедушек, башку, бабля. Дедушек, башку, а вот у нас как-то у камеры, в райсполком выбирали. Камешки, когда с нами сидели. Поп был, Лаба, я тут был. Ну, у нас много было разных конфессий. Вот я с женой уже 38 лет живу. А у меня русская, а я мусульманин. Ну, понятно. И вот нас пригласили, как он живет, туда сюда. Я ему самое главное уважение. Уважение к Кирилле, как у матери, деду. Везде государства не будет. Не будет. Не будет. Барани не произвели, мы говорим. Храм ходит, из храма вышли, блядь, начинают бегать в метро. Да, за девчонку. Но мы тоже послушаем. Я вижу, там, и вот они на Бородине живут, и они так и в поведении, в отношении, то есть я. Где школа нет? Все, ты за это, они везут стилетов, полный, виски,
дорогущие деликатесы. Раньше за стол садишься, все, поели. Я хотел кусок жрать, а что ты не ел за столом? Да. Все, кусок не готово. Даже не хапнет. Сейчас холодильник только щелкнет. Караул, посмотри, в школу зайдешь, любой учреждение детский, хлеб валяется на полу. Ты нас попробуй кусок не доешь, я тут полу. На! Через дом можно! Поэтому через дом! Оценили? Да. А вот с этого все и начинается внушение. Конечно, на туру пьем. Давай! Хорошо. Да, раньше как хорошо было. На каждой улице, считай, площадку была. Да, да. Щит, будет больно, не убежает, просто баскетбол. Сетка висела, все. Пускай на колях на разу, но все равно было. И двое на двое играли, и трое на трое, блядь, блядь. Сами себя развлекали, не было, не было ни клоунов, не было. Да, все в чатке были, блядь, караул. Супер. Загребаем, доходили, по шишкам удержишь, не шутишь, не шутишь. Там уже ушло? Да, интересно, блядь. Сейчас он посмотришь, как сводить. Вон у меня племянник. Я его уроды, баскетчик убил же, блядь. Они, ну ты мой посиротый. Ну че, блядь, ты кому посылаешь? Ты че? Они без а хули она? Че, блядь, я пророкую? И они на меня обидятся, а вот, блядь, ко мне больше не приезжают. Мне не надо. Мне не надо. Бесполезно. Сейчас страшно, лучше на улице. Да. Мужик, ты куришь? Нет. А хули ты не куришь? Ты, блядь, что у тебя? Я выхожу, я выхожу, и выходит моему другу, сын. О, у тебя жил, здорово, здорово. Идем мимо. Хочешь это? Бомба. Ну, я мне светил, ты казнь попил. Я прошел, буквально выпал в крест. Удар в башне, 60 тысяч метров. Я работал за храмом, деньги я был. Трик в башке. Ну, что, блядь, 5 лет ему дали. Я вот ты, сучонок, я вот ты был вот такой, мы тебя с отцом хуйки кормили. И ты, блядь, такой, а у них там наркоман. А у них там наркоман. Все, еду. Вот, блядь, двое нахуй, а этот в тюрьме сейчас сидит уже, блядь, без мира. Прочитай. Караул. Он у меня, блядь, выпись. Я говорю, ты какой ты кусок? А вообще? Да, купюру прочитаю, топ деньги. А смотри, мне не надо. Я вот тут поискал книг, библиотека какая. Блин, вот так и стоит книг. Такой колбатый. За караул, какие книги хорошие. Алеша, брось это дело! Ворота маленькие, стоит после. И ветер еще нужен был. Мы сейчас подпиши поднимем. Да.
Показывают метро. Здесь сидят газеты, читают книги, читают туда-сюда. Сейчас покажут всех рукях. О, бля, как изменилось. Потом телефоны, планшеты, они настолько... дебилируют человека. Наглухо. Общения нет. Считать не умеют. Общения нет. Никакого мышления с внуком разговаривают. Ой, о, слово, блядь, предложение не могут. Говорит, Борис, видел. Они же не ЦСКА, а нихуя, это Спартак. Алёш, ЦСКА сегодня по нолям. Ты не устал еще? Мы со Стасом хотим выйти во втором тайме. Обострить хотим. Да, Зенит, сейчас, Слав. Нет, у них что-то нет. Хрен его знает, мы тоже там еще. Завтра еще подождите. Я тебе говорю, это просто так. Да, они некуда на Спартаком. Он что, Спартаке, да? На Спартаке. Конечно, он Спартаке. На Спартаком всю жизнь. Да малыш бежит, да. Это все друзья из Спартака. Самый главный. Я сказал, нужно кого-то болеть другом. Самый главный Спартак. Все друзья из Спартака. Самый главный, знаешь что? Вот говорят, вот Спартак на 8 очков вторился. Все равно это еще мало. Конечно, мало. Мало. Сейчас ЦСКА, конечно. Между ними. ЦСКА маленько. Вот сейчас игры между ними, и выше все решили. Но Роман Широков пишет, Спартак 100 пудов чемпион. Они даже никто не помнят. Хвата, один. Нет. Ага. Паша погреть пришел. Тут теплее. Тут водонагреватель стоит. Другая! Через Егора слева! Я не вижу. Блин, зачем это такую дебильную передачу? Алёш, зачем? Он же не набирал даже! Я пал, там совсем не летит. Дети начинают, да? Чемпионат. Маленькие, я имею в виду. Yes! Торпеда. Да. Угин, Угин. 20-го там, 18-го, что ли, да? Серега, Угин. Угин. Просто у нас малышня-то ездит, да? Ну, да. Поддерживает. У нас и какой? И второй, и третий. Дружинка. И четвертый, я имею в виду, да. Хорошо. О, Дэн. Еще 10 минут. Борис! Молодец! Хорошо. Вот, я поспешу, чтобы у тебя коллег.
Кинжальный прострел и удар Габелия намертво перехватывает мне. А сейчас несут по их учтению рассказов футбол, не надо было включать телевизор. Это просто, так сказать, легенда. Саченко. Зачем тебе это, блядь? Ты веди нахуй, Виталий. Он военный журналист, ну простите. У нас тут было далекий человек. Я его не люблю. Кого? Гусев. Виктор Гусев. Евгений Орлов. Тоже такая. Тоже. Конечно, как точно вчера. Ну давай, Санёк. Один хорошо, другой еще лучше. Сейчас кого? Вот же Ростов, по-моему. Нет, уже нет. Нет, там раньше был Ростов. Сейчас прям говорю, да. Может, скажешь бой с Россией, вот, в Украине. Давай. На шутки на тени, что ли, вернул? Беги, беги. Моего тренера вернул. Да. И сейчас Кижаков как тренер. Кижаков тоже, блядь, Сань, тоже как тренер. Чё, тоже они это хорошие
Лёш, ну пойди, да? Оставайся. Да, да, да. Куда у вас вообще вратарь побежал? Один игрок ворот. Да. Когда был успевать? Да не было, Лёш, нет. Не было игры. Мы посмотрим. Володькина вынужден, мы посмотрим. Повторя не было, но... Надо смотреть в момент удара, Лёш. Что, хочешь, как там был, да? Ё-моё! Два, блядь! Сила! Ё-моё, блядь! ЦСКА сегодня тоже гол забил. Гол-то был чистый. А если бы этот... Он не достался... Ну, мешал. Там получается момент, когда тот игрок бьет, Ионов делает, да, Ионов делает движение ногой, по мячу не попадает. Не попадает. А он вовне игры, да? Да. Да, а он закатывает. Это видно только на повторе. С рукой, с задней камеры. Нет, конечно. А так вот, ну, судья не видел. Был чистый гол. Тогда он не коснулся мяча. Не, он не коснулся. Но движение не делал. Нет, нет, а что? Он как-то машет так. Да. Он не попадает в мяч на повторе, это видно. И он прокатывается. Движение-то он бил по нему, как бы подправлял его. А Медведев-то он тоже там, это, ворочек, он типа он уже такой, него. На него начал да, реагировать, а уже тут бесполезно. Завтра. Завтра классно. Великую специальность. Завтра лобызаться будем. Я потратил это. Давай, не вставайте! Работаем! Да. Дэна, смотри, в центр! Спасибо! Походи в зале! Сзади! Блядь, втроём, блядь, ты можешь забрать! Они Я в туалет.